Валентин Силич, бывший прапорщик, служил на севере. На пенсии перебралась в теплые края. Однажды на свалке нашла умирающего щенка, пожалела. С него-то все и началось. Дарлин. Вы знаете, она была совершенно голая. Она была, ну, меньше ладошки, и алкашек ее на проволочке тащил. Я за нее 100 рублей отдала, я выменила ее. Двух собак принесли дети из грязинского приюта. Одного щенка Валентина вытащила из канализации. На днях привезли доживать москвичку Альму, абсолютно слепую собаку, и бывшую жительницу Санкт-Петербурга, Такиеру. Собака попала под поезд, у нее нет передней лапы. Их не взяли ни в один столичный приют, хотели усыпить. Айку подкинули под дверь. Мы одним краем дошли до забора, до конца забора. Поставили, забетонировали столбы. Подготовили противоположную сторону, тоже забетонировали столбы и подготовили противоположную сторону под следующие вольеры. Не все, конечно, только наполовину. Те, которые перекошены, это просто те дырки, которые мы просверлили трактором. Слава богу, трактор нам очень сильно помог. Так, гравий у нас еще есть на отсыпку, но это очень и очень мало. Сетки, ребята, нет. Сетку, какую привезли, почти всю уже оприходовали. А сетка нам, друзья, очень нужна.